В городском парке сломалось колесо обозрения. На самом деле с ним все в порядке. Спасатели накануне провели очередные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации в зоне массового отдыха. Им был задан именно такой сценарий. В учениях были активно задействованы и работники парка. По сценарию из-за поломки чертово колесо остановилось, и посетители зависли в кабинках. Спасателям пришлось эвакуировать их с помощью 50-метрового автоподъемника и специального спускового устройства. С в нашей области часто порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. Это может создать угрозу безопасности посетителей парка. Поэтому мы проводим учения специально для работников парка, чтобы они знали, что нужно делать в экстренных ситуациях. Кайрат Алдажанов занимается батутным бизнесом. Молодой предприниматель тщательно следит за безопасностью своих батутов. Помимо заводских, он установил еще 10 дополнительных закрепляющих батут петель. Тем не менее, он понимает, что от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован, поэтому принял самое активное участие в учениях, учился навыкам спасения детей с лопнувшего батута. Занимаюсь батутами с 2012 года. Для меня очень важна безопасность детей, поэтому сегодняшние учения были в пользу. То, что я узнал и приобрел как бы опыт. Далее учения отрабатывались в этноауле. Здесь по сценарию учений из-за неисправности электропроводки в одной из юрт начался пожар. Бригада пожарных локализовала возгорание, а медицинские работники оказали первую медицинскую помощь. К слову, такие учения в горпарке проводятся в области впервые. Инициаторами выступили сами предприниматели. Алина Параджа, Нурлыбек Нурмаханов, Доскан Сатпай, телеканал Кызылорда.